просторами полей нет нигде страны чудесней, милой родины моей. Ведет моя страна молодая, воздух, море и моря покоряя. Мирвайте, мы живем здесь сильнее, наша радость в этом днем все полней. На земле республик братских в эти славные года возникают словно в сказках наши чудо-города. Мне оно не к спеху. Только мне и дело тебя дожидаться. Не один ты у меня. Ишь ты, какая сердитая, не на бал торопись и поспеешь. Вот раньше скажу, сынов своих повидаю, а вернусь тогда и разговор держать будем. Ладно, иди, повидай сынов, но ты от меня все равно не уйдешь. Я потом за тобой приду. Thank you.
как старик мой приехал. Папаша! Я здесь! Услыхал. Показывай, к какому делу представлен, к какой работе обучен. Самый раз приехал, отец. Стань вот тут и гляди. О-о-о. Это что у тебя тут за музыка устроена? А вот сейчас старик узнает. Видишь этот дом? Ты что же это народное добро рушишь? Для того тебя тут поставили. Да не волнуйся, отец. Смотри, что дальше будет. Опять дом ломать? Не дам, не позволю. Ах, отец, сказал тебе. Стой спокойно и смотри. Да как тут спокойно? Как тут? Вот так что. Ой, сынок. Эдкой Доминину прокатили, как на салазках. А мне-то первоначалу ты не вдомек. И не трудно тебе такими домами бороться. Самый раз, отец, по силам. Узнаю породу, весь в меня. Я ведь тоже бывал пьяту, ну да. Ну, вижу, вижу, к хорошему делу ты приставлен, к хорошей работе обучен. Приду теперь к брату твоему, Василию. Здравствуйте!
здравствуй, отец. Извини, что дождичком тебя встретил. Не знал о твоем приезде. Ну, что там за встречи? Показывай лучше, к какому делу представлен, к какой работе обучен. Да вот дождичка ты и представлен. Вот, здесь у нас дождик, а вот тут гром и молния. Ну ты брось шутки шутить, гром и молния. Вон брат твой, Егорка, какие города возводит, какими домами швыряется. Гром и молния. От шутки, отец, и жить веселее, и работать сложнее. А только я сейчас посерьезно. Болем, шел, отец? Ну шо, не ахти какое. А погляди-ка теперь, узнаешь? Машины делаешь. Балуюсь немножко электричеством. А посильнее можешь? Можно и посильнее. А ну давай гром. Конец даты. Сами дождем управлять будем. Вижу, сынок, и ты к хорошей работе приставлен. Хорошему делу обучен. Да. Ну, прощай, сынок. Пойду теперь к младшему, к Андрюшке. Скажите, товарищи, где тут сын мой, Андрей? Здорово, папаша! Товарищ командир, вот я пришел посмотреть, к какому делу сын мой Андрей приставлен, какой работе обучен. Что же это вы, папаша, сына своего не узнали? Андрюша, я тебя и не узнал. Ну, идем, покажу, какой работе приставлен. Советский моряк падение тонет и в огне не горит. Смотрите, смотрите в окошко. Ну скажите мне, для чего тебе на дно моря забираться? Рыб морских баламутить? Не рыб баламутить, а врагов наших траки держать, чтоб не совались в наши моря-океаны. А, ну да, еда.
вокруг. Подождите, я вас к самому дому подвезу. Ну, счастливо! Обнял старшего, словно 20 лет в плеч слетело. Обнял среднего, еще 30 как не бывало. Обнял младшего, совсем молодым себя почувствовал. А ты говоришь, помирай. Нет, теперь-то как раз и жить. Ну ладно. Ну вот, жил-был старик. Колхозник. И был он старой-престарой. Бородой. С бородой. И пришла за стариком смерть. Смерть? Да. Говорить, помирай. Помирай.